Ребят, не смогла всем поставить петюлю, меня заблокировали, прикиньте, я теперь не могу даже отвечать на комменты. Хотела всем поставить 5, и нифига не получилось. Я только проснулась, чтобы понимали. Нет, я только проснулась, я уснула в 7 утра, вообще не могу спать. Привет, Пашенька, как дела твои? Привет, я проснулась, я сегодня иду на открытие какого-то там ресторана, там Будасти выступает. Вот. Я пришла на укладку, и мне сказали, что есть какой-то супер-пупер уход, что сейчас мне будут его делать. Ну, сейчас мне когда будут его делать, мы спросим, как это, что это. Что делать с волосами? Какой-то уход и вытягивать буду. Я же должна по себе прийти на концерт. Потому что сейчас очень крутая, блин, я проснулась, мне так тяжело, прикиньте, я до 7 не могла уснуть, до 7 утра не могла уснуть. Это что такое? А еще надавило, посмотрите, у меня вылез один. Я не хочу обсуждать тему с Машей. Можно любить тебя? Буду любить тебя нежно. Шутка, вы не поверишь. Рина, Марина, мне написали люди, я могу выложить. Ты реально беременна, да. Мне жаль все, что я делаю, вместо того, чтобы поддержать, у вас было такое. Потому что вы круче, наверное, него. Почему Марина плакала сегодня в прямом эфире? Скажи мне, сегодня будешь выкладывать, чтобы все первые секунды... Конечно, буду выкладывать. У меня все-таки встала, вот вышла в эфир. Сегодня я буду делать пост, розыгрыш с нижним бельем. С моего магазина будет один подарок. Мы решили посотрудничать, чтобы готовы были. Будь готов. Красная. Да нет, вам кажется, этот день уж падает так. Я очень рада тебе, что ты беременна. Спасибо большое, я не беременна, у меня все хорошо. Харьков, привет. Когда будет фоткаться эта сессия, я не знаю. А этому уход уже начал делать? Да. Расскажите, пожалуйста, про уход. Мне какой-то делает супер-пупер уход. Ой, какой классный. Как это называется? Что это? Это роскошный уход от фирмы Альфа Парф, итальянская фирма. Мы сначала помыли шампунем. Угу. Сейчас мы наносим маску той же серии, ампулу с маслами. Вот сказали, какая-то да, ампула нереально крутая, да. Ампула там с маслами для смягчения и питания волос. И также мы добавим туда пигменты цветные. Немножечко притонируют волосы. Вау, класс. Притонируют какой цвет? Более холодный. Класс, это вообще для меня идеально. Нет, я не крашу волосы, но, видишь, делаю какой-то супер уход, потому что вообще изначально в этом салоне в Красногорске, я помню, я сразу пробовала счастье для волос, и потом мы подсели на счастье. А что лучше? Ну, это совсем разные процедуры. Да, счастье для волос имеет накопительный эффект, и это все-таки считается лечением. То есть то, что сейчас это мы делаем уход, а счастье лечением восстанавливает волосы. Также делают их мягче, блеск, и если волосы сожгли, допустим, пересушили, как мне. Можно вылечить волосы. Но это обязательно делать надо в комплексе. А сколько надо будет? От 3 раз, угу. А далее в зависимости от того, насколько сильно повреждены волосы. Короче, не так. Привет, привет. Привет. Я вечером буду на концерте, тогда ты можешь набрать мне до 8, Лёш. На, вешать людей не заткнуть. Чё? Сколько стоит лечение? Сколько стоит такое лечение? Счастье для волос или то, что сейчас мы делаем?
То, что сейчас делаем. Сейчас сколько он стоит? В зависимости от длины волос. Ну да, в зависимости от длины. Но от какой цены? От и до. От осветления, ну, конечно, мне волосы пережгли. Не знаю, Марина мне не писала сегодня, потом я поменяла. Сколько можно придурить себя? Сколько нужно будет? Я же девушка. Короткие волосы будут стоить 2400, длинные 4500. Но это тоже надо, да, получается, 3 раза делать или нет, вот эту процедуру? Я прослушала. Это можно хоть раз в неделю каждый раз сделать. То есть хуже не будет. Но и она не переполнит волосы, что они будут висеть просто, потому что они перепитались. То есть счастье, оно может немножечко, если переборщить, там сделать 10 минут процедур, но может появиться эффект, как будто волосы там жирные, грязные. Но это если прям переборщить. Мне только один раз сожгли волосы, не знаю, о чем говорите. Один раз парень жёг мне волосы, и у меня все они отвалились, все. А, но потом я была еще в каком-то салоне на укладке, и она мне горячим утюжком провела. Меня больше никто не сжигал. За уход дорого? Да нет. Ну, счастье тоже где-то на длинный волос такое стоит. Даже 1005, да, по-моему? На такие длинные, как у меня. Да, как у вас, да, около 5. Ну, с тобой играть на заглавном, у меня тоже. А я думаю, то, что стоит мой кофе, как всегда, оно остынет. Прям его сделали. Да. 4500 тоже будет делать раз в неделю. Думаю, вообще-то и делают. А счастье делать раз в 10 дней, да? Счастье, да. Раз в 10 дней, тоже раз в неделю. Там как-то идет. Я делаю 5 или 6 процедур. У меня волосы так хорошо от этого стали. Ну, да, привет, волосы сильно пересушены тут. Не Господи, вы сами с собой там переписываетесь некоторые? Нет, я вчера не выходила в эфир. Делала уход, а жрать не на что. Зарплата 25 тысяч. Мне сказали вчера, что средняя зарплата в Москве, по-моему, 50 тысяч, да? Или 45? 50? Или 45? Я не думаю, что так много. А сколько получают учителя? Учителя? Ну, может, 40, да? Максимум. Ну, 40. У вас нет волос, у меня с волосами все в порядке, у меня нет длины, но у меня волосы густые, все классно. А сама голову можешь? Все шапочку не делать. Чувак говорил о любви мне, а женился на другой. Как вам такая весна? Ну, неприятно. Однозначно это... Ну так, значит, моя беременность, мне кажется, она уже похудела. Я не беременна от жигурды, я не знаю, кто это придумал. Ты беременна от жигурды. Не отпали сразу. Вы, девочки, вообще слушайте, как бы, то, что мне сожгли волосы, и они отпали, потом такие короткие. Ориги, у нас будет что делать, если муж дебил? Если муж дебил, вы считаете, что ваш муж дебил, то я думаю, что нужно с ним разводиться. Как бы, представляете, сейчас кто-то прочитает из ваших друзей здесь, что вы своего мужа называете дебилом. Ну, мне кажется, как-то это не очень правильно. За один раз так бы не отпали. Отпали. Нет, ты только проснулась. Дебила не исправить. Да, потом наращиваю, конечно. Ну, конечно, они опадали не сразу, но так, со временем. Как бороться с депрессией? Ноночка, в твои годы даже нельзя думать о депрессии. Встала, вышла, посмотрела себя в зеркало. Волосы распустила, говорит, господи, какая красавица, мама мия, Санта Лучия. Сейчас выйду, все воробьи попадают в обморок. Обернись. Куда? Должна обернуться.
По-женски будь счастлива. Спасибо. Бах, и все. Ну, я... Я так выгляжу, как будто я вчера пила. Мы потом с вами накрасимся в эфире, да? Да, я не знаю, как я пойду так. I love you. Ну, где-то, конечно, за рекламу, где-то тратим деньги. Налево, у меня на правой руке кольцо. Маша как ну сказала, что мы когда-нибудь общаться. Ну и пошла на жопу. Ты изменилась на проекте, красивее было, да? Хорошо. Да, я живу в Красногорске, и в этот салон мы ходим уже много лет. И на самом деле я встала, я даже не умылась, побежала, потому что мне написали, что мастер все до 3 часов. Поэтому я бегом, бегом. Помнишь, когда ты первый раз пришла? Наоборот, сейчас красивее. Да, ребят, я такая же, как была. У меня только изменился цвет волос. Что я смотрела свои фотки, ну и помоложе была. Что-то у меня промежки под глазами. Еще вырвала ресницы. Посмотрите, у меня нет вот здесь. Сразу. Эффект не очень. Да Маша классная девчонка. Так получилось, что мы с ней поругались. И все. У меня на такое сейчас время со всеми ругаюсь. Нет, мне черненько хорошо не будет. Мне не было хорошо. Леся, 3 пятерки. Вы правы. Ну, конечно. Маша, Маша. Смотрите, ушки у этой. Хочешь кофе-ка? Не знаю, чтобы с ней помирились. Хорошо. Манечка, любовь моя. Да ладно, Суспочи, ну что... Просто немножко повздорили. 2 часа разговаривали, как вы думаете? Про Джигурду, да, сильно? Еще мне одна пишет, что я с Бондарчуком встречаюсь. У меня прям такие женихи. Ой. Салон Миледи называется. Лиза, как верить мужчинам после своего вранья? Ой, после какого вранья? Я не знаю, всем верю. А верьте всем людям. Ну и что? Ну как, я верю? Ну, знаю, что. Все. Сегодня можно любить, завтра можно разлюбить, ребят. Ну это же жизнь такая, понимаете? И что потом сказать, что ты врал? Ты не врал. Ну просто прошли чувства. Может быть, он влюбился в другую? Ну не знаю, это все очень... Ну бывают разные ситуации, поэтому обсуждать что тут. Я считаю, что надо верить все равно людям. Не, хорошо, отлично. Процедура, ой, только говорили, мне аж прям спать захотелось. Я не люблю, конечно, так поздно ложиться и вставать. Мне было очень тяжело встать, но я понимаю, что мне вообще нужно было дела ехать делать, а я ничего не успеваю. Ушки я специально оставила вас внизу, где у меня сторис сохраненная, там ушки для вас. Да ничка, что я пухшая, я легла в 7. Утра. Я просто ходячая. Спасибо, да. Как слежу за фигурой? Ну, сейчас я буду ходить в зал. Ой. Начну наконец-то следить за фигурой. Так я за ней не слежу. Ем все подряд. Вчера в 5 утра я ела печенье. И сладости. Ну, короче, это не очень хорошо отражается на коже. Выгляжу просто сейчас. Вы не просто написали, как помятая собака.
Ужас, как девушки, которым уже за 30. Нам уже нельзя ложиться так поздно спать. Мне 20 лет уже все-таки. Не знаю, как будто что со мной делали. Трактор переехал. Нет, грудь не сильно болела после операции. И мне вообще кажется, что можно сделать 25 операций. Так, если я соберу фильтр. Посмотрите, подожди, через фильтр видно мои впадины, это просто... Как я пойду на этот... Раз в 100 лет выхожу, то тогда пошла в субботу гулять с хвостиком сейчас. Как приобрести такие ушки? Заходите у меня внизу, я вот там оставила для вас специально сторис. Наверх нажимайте. Только нам нужно попасть, я не поняла, куда именно нужно попасть. Много раз нажимайте, потому что кого-то с первого раза ушки внизу появляются, кого-то не с первого раза. Сохнули на Киев Украины. Спасибо за ушки. Не за что. Точно приезжаю на юг и сразу оттекаю. 20 килограмм. Такого не было. Да ладно. Я не... Нет. Может, да. Сейчас можем. Реснички классные. У меня нет уже ресничек. Напишите мастера в Москве. Хорошего. Ничего тут не вкусно. Что безумно любит Лизу, хочет помириться. Да, Маша так говорила. Алло, Манечка, я тебя люблю. Давай дружить. Нет. Пускай пострадает немножко сначала. Сахалина, большой приветик тебе. Сахалина. Почему я когда спрашиваю про Сахалин, если говорят Сахалин, представляешь, что это... Тюрьма, там одни блатные. Что с Машей? Да ничего такого особенного, ребят, не успокойтесь. В это время будет пища. А почему вопросы здесь висят? Что, вопросы еще какие-то есть? Только что. О! Так можно задавать вопросы? Или это то, что вы пишете здесь? Что забивать на чужое мнение? Как забивать на чужое мнение? Давайте все вместе поговорим. Как забивать на чужое мнение? Окей, поехали. Просто думай о том, что ты живешь для себя. Чего ты еще вообще о ком-то думать? Что думают другие люди? Тебе комфортно? Ты кайфуешь? Меня вообще бесит, когда мне что-то кто-то говорит. Меня начинает раздражать и говорю. Че? Вот мне вчера хотелось просто одному человеку сказать. Вот понимаете? Если мне нравится, мне комфортно, я буду это делать. Если мне хорошо, мне зашибись. Мне классно. Я в этот момент счастлива. А кто-то вам говорит, что о, это не так, это не то, для меня это. Не слушайте мнение других людей, мнение стада. Люди сами все придумывают, все правила, все придумали люди. А есть белые вороны, которые выделяются всегда. Поверьте, белой вороной быть тяжело, но круто, что ты отличаешься от всех. Это самое крутое. Конечно, нас таких мало, но все же мы есть. Лиза, когда процедуру, почему проекта ты как-то омолодилась? Лиза, какие ты делала процедуры, почему ты кажется, после проекта? Нет, я никогда не омолодилась. Наоборот, на проекте, вот когда я была на Сейшелах, и мы расстались с Грицом, я выглядела вообще на 17-18 лет. Просто эти фотки я смотрю, я такая красивая была. Мне, видимо, идут страдания. Там я просто малышка офигенная, она очень худая. Видимо, мне просто худой идет, во-первых, быть. Когда ты худеешь, ты выглядишь моложе. Ну, конечно, не сильно худой. Вот. И там я выглядела просто бомба. У меня и кожа, все, и лицо шикарное. Так, давайте следующий вопрос. Ага, Лиза, делаешь, что с Машей повысила. Та-та-та-та-та-та-та. Лиза, не за никому. Маша переживает, да. Если бы была беременна, шла бы от мужа своего, если он ведет. Что-то вопрос. Если была беременна, шла бы от мужа своего, если бы он ведет себя ужасно. Если он ведет себя ужасно и вам некомфортно в вашей беременности, конечно, бы я ушла от него. Но если это вредит вашей беременности. Ну, смотрите, как бы я вспоминаю свою ситуацию. Но вроде бы, когда он вернулся... А? Да, можно еще кофе? А можно без молока, чтобы меня прям шторило? Да. Потому что что-то я не просыпаюсь. Но я думаю, то, что вы должны думать о своем ребенке в первую очередь.
Если он спокойнее и лучше, вы уже задумываетесь, то надо уходить, конечно. Ебаров, я вообще не знаю, что Ебаров исполняет. Извините, конечно, это вообще для меня не знаю. Жалей свои волосы. А что мне жалеть, если я сейчас это делаю? Вы жалейте свои волосы. У меня все хорошо с волосами, с лицом. Все нормально. Я лысая явно не буду с моей густотой. Мне сказали, что я могу и наращивать, и красить еще волосы. Долго. Папуль, да мы с тобой встретимся тогда на неделе. Я тебе скажу еще, что надо кожанки мои привезти будет. Может, я приеду к тебе, не знаю. Сейчас реши, просто или на концерт я иду. Я тебе перезвоню. Спасибо за ушки. Все для вас. Для вас. Понятно? Почему с Мариной Лиза не верю никому? Тебе нравится Сейшелы? Нет, я ненавижу Сейшелы. Кстати, мне друзья позвали отдыхать туда. Мы познакомились там с иностранцами, когда я первый раз была на Сейшелах. И они мне пишут, типа, Лиза, приезжай. Опять то же самое время, там у знакомого день рождения. Я говорю, ага, никогда. Как дела? Как у тебя дела? Можно ли простить измену? Как Лиза? На кого училась? Так. Как лечу? Никак не лечу, сами пройдут. Не хочешь, надо думать обратно, или с кем общаешься. Хотя мне сказал, кстати, Лиза, подскажи, как избавиться от ревности мужа. Никак не избавить, если он ревнивый. После свадьбы 3 месяца прошло, тоже разводимся. Зачем тогда у вас аватарка стоит свадебная, я не понимаю. Мой минимальный вес был 42-43 килограмма. Ну, да. А потом жалеешь. Бывает, что нахамишь человеку? Бывает. И очень часто, что я нахамлю человеку, и потом жалею прям... Да. Но я сразу извиняюсь. Перед любым человеком. Могу даже таксисту нагрубить, если он не подъехал там, а потом сажусь, извиняюсь. И он был последний раз, когда пошла еще купила себе пирожное ему. Да, бывает. Да я люблю Машу тоже, но вы часто напишите мне, что я сейчас позвоню и сама прям при вас. И скажу, Маша, я тебя люблю, давай не будем больше ругаться. У твоей сестры рост 175, вес 54-55. Короче, сегодня начнем розыгрыш. Я не знаю, что кто-то опять из одежды мы будем разыгрывать, и нижнее белье. Надеюсь, что будут все участвовать, да? Ой, еще конфетку не дали. Я сейчас позавтракаю. Ой. Ты живешь сердцем или умом? Эмоции или... Ой, вообще обычно я жила сердцем, но сейчас у меня включается голова, и надеюсь, больше сердца не будет влезать. Ко мне. Да. Угу. Да, 175 сантиметров. Вот, короче. Маша любит. Да нет, я говорю, пускай помучится еще. Кто там пишет? Что за идиот? Я не понимаю. Слушайте, я желаю, чтобы человек только нашел себе еще лучше для себя. Как сделать себе ушки? Я не вижу, где их взять. Внизу у меня в истории сохранены. Почему с кнопкой звонишь? Так, не обзывайтесь людей, с которыми я хорошо общаюсь. Мне главное, какой человек. А вот вы вечно что-то ищете в людях плохое. Который гадости пишет. Кто пишет гадости? Я не поняла. Ник. Привет. Не плачь, милая. Что такое грустно? Да я не плачу. Я говорю, я не спала до 7 утра. Видите, мой глаз такой зеленый. Здесь часть зеленая. Я просто люблю. Привет.
Слушайте, в Москве все так далеко, если я буду ездить на ВДНХ с Красногорска, делать сейчас зубы, это я буду просто 2 часа туда, 2 часа обратно, это пиздец. Как другой город. Нет, у меня не линзы, видите, у меня разные цветы глаз. Вот этот половина зеленый. На фотках на некоторых прям очень видно. Киев, чайка. Капли для глаз. Зачем мне? У меня кофе, конечно, прет. Так. Ну, потому что у меня внизу опавшие волосы. Что-то толщину вы мою видели. Ничего, что у меня вот отсюда короткие волосы сверху. Интересно, если у вас лесенка, какая у вас должна быть толщина к низу? Ну, что мне объяснять тупым людям, я не знаю. У меня все хорошо с волосами, поэтому у меня и такая шевелюра всё становится. Классная песня. Мы идем на открытие какого-то ресторана или ресторан, кафе, не знаю. Не будет Аське петь. Меня моя Танька, стилист, везде вытаскивает. Если ты хочешь сказать. Вот, в дружбе исполняли эту песню, ребята, так круто. Если бы вы слышали, я просто сидела, у меня мурашки по телу были. Это нечто. Я не согласна с тобой. Спасибо. Жидкие волосы у вас. У меня нет жидких волос. Жидкий волос, ну, вообще, в принципе, ты рождаешься жидким волосом. Девочки, вы если что-то не знаете, лучше не будьте как тупица. Ну, серенькие, конечно, не красные. Блин. А, вот это... Это вот делать, вот куда. Да, я лесбиянка с 3 мужьями. Очень интересно. Я себя умную не строю. Фу, какие вы мерзкие. Ага, некоторые пишут просто жесть. Господи, вы откуда взялись все такие? Маша сказала. Ага. Да я знаю, что может такое в жизни скажет про Мэри. Я заблокировала же. Пицца, класс. Ну смотри, сколько у тебя страниц. Появляться, не перескакивается, я не знаю. Реально, если для вас это усыпан, то для меня это не усыпан. Сейчас не хожу в солярий, нельзя усыпаться дом. Сильно облазила, я не сильно облазила, но не знаю. Но мы еще будем делать био, я должна была сегодня поехать, ой, вчера.
Так что на концерт я не поехала, а то я потом буду вся пупырышка. А что у нас такие вылезли какие-то нехорошие люди? Откуда вы здесь? Я не считаю, что у меня что-то усыпано. Боже мой. Я уже заколебалась блокировать. Вы видите, сколько страниц? Да иди ты отсюда, блин. Выйти куда-то, скрыть прямые эфиры. Давайте между собой обсудите, потому что у меня лоб усыпан, и это, что я страшная, не страшная. Вот здесь у меня вот это усыпало, мне надавило. А это что? Да ужас вообще, что там с головой сегодня? Обострение. Ну, они про Мэри пишут. Я не хочу, чтобы про мою подругу писали такие гадости. Да, под страницу это все по-моему. Она пришла, да, они все уже. Я грубая, на то, что мне пишут, я вообще добрая и милая. Там брови сейчас приду домой, буду красить. Они уже белые-белые. Бледные. Все страшные, пишут Лизе, да. Я вот так делаю, когда фоткаюсь. Так не делаю, так делаю. Почему мои зубы нежели бедные? Я как-то так... Да, посередине. Они как-то не могут быть бедными, они так живут уже много лет, детства. Или бежит, попасть еще можно бежит. Моя мама считает, что тебя будет ругать меня, если я поставлю Венера. Но это надо столько времени. Какой цвет волос? Я не знаю, какой цвет волос. Я не красила волосы сейчас. Читаю комментарии. Попкорн? Да, поступайте. Я не могу многим ответить. Пятерочку хотела всем вчера. Очень много комментариев. Так приятно, что со мной все. Петюлю мне дали. Но меня заблокировали. Я не могу никому отвечать. Я переживаю. Да не, Венере надо ставить. Долго живут дети. Ну а что, нет что ли? Мы делали уход какой-то супер ахуевый. Кстати, у меня волосы не желтеть начали. Надо помыть фиолетовым шампунем. Мои родители мне никогда ничего не советуют, мне 30 лет, я сама все решаю. Не надо мне отвечать. Не, я имею в виду отвечать на хорошие комментарии. Кто петелю мне дал. У меня страница в теневом бане находится до 22 марта. Чтобы вы понимали, у меня ограниченные прямые эфиры, у меня ограничены посты.
меня все ограничено. И комментарии я тоже не могу оставлять много. А вчера как только было этих пятерок, и меня заблокировали, я не смогла всем ответить. Не знаю, Маша не могла такого сказать, что, например, я точно вообще никуда не лечу, а Мэри летит одна. А, Лиза, что ты игноришь все вопросы? Я не игнорю вас интересующие вопросы, я уже отвечала на них 100 раз. Смотрите другие эфиры, а отвечать на те же вопросы я не собираюсь. До 22-го, сейчас что у нас, апреля, уже апрель. Март прошел уже, да. У меня дома шампунь-концерт. Я не плачу, абсолютно на эту ресницу. Просто же. Тогда пока-пока. Я дома волосы феном не сушу. Ну, или когда на отдыхе, как? Я выкладываюсь на фен. Мысли. Да ты кто такая? Посмотрите, сколько у нее страниц. Это серьезно? У меня шампунь-концепт. Тебя просто видели на Павелецкой. И не знаю, где Павелецкая и что, что меня видели. На сколько минут я хожу? Но я смуглая, я могу себе... Но я сейчас и темная. Я на 7 минут, если сильный солярий. Если не сильный, 10. Сегодня нормально людей в блок ушло, да? И Маша, но... Да, я в теневом бане до сих пор. И одна жизнь нормальная пенсионина. Здравствуйте. Не знаю, у тебя что пишет. Кто она знает? Про меня никто не пишет. Пишет про Мэри вообще здесь. 20 страниц. Она сегодня писала. Да посмотрите, у нее сколько страниц-то. Это как может быть? Ты чё? Вы знаете, у меня, если вы заметите, у меня в комментариях не увидите. Мама получает 20 тысяч. Некоторые, я смотрю, не убирают специально. У нас в настройках можно убрать комментарии, которые нельзя писать. Мне нельзя писать. Сука, что-то, короче, у меня прям много написано. Ну и вот это, мама получает 20 тысяч. Поэтому у меня такие комментарии вы не увидите. А многие, смотрю, а-ля блогеры, не убирают, чтобы было много комментов. Потому что это сейчас... распространенные комментарии. Представляете, заходите одно тоже писать. У кого-то крыша едет, это фанат Мэри. Больной человек, да. Сейчас я Мэри позвоню, скажу, чтобы она ходила там с этим. С баллончиком. Представляете, какие завистливые есть люди? Да, напишите, но из него выйти никак нельзя. Поверьте, я общалась с такими людьми. Если меня посадили на него месяц, я в тот раз страницу закрывала, потому что у меня все сбилось. У меня много сейчас просмотров. И у нас же сразу падает охват, меня не видно в топах, на геолокациях нигде. Должно пройти время, и все разблокируется. Вот я думаю, как мне конкурс сейчас проводить, если будет большая активность, меня могут заблокировать вообще. Сейчас буду решать этот вопрос.
Да. Да, какой-то бежевый цвет. Надо помыть голову. Может, мыл тебя оттенок? Может, что? Нет, я не готова к отношениям. Саня, привет. Не-не, кератин нельзя делать пока мне. Зачем мне отписываться в окно? Ты какая-то я рыжая, да, стала? Нет, режевая? Или мокрая? Да, мокрый волос, сейчас будет нормально. Я прощаю Машу. Слушайте, он мокрый волос еще. Видите, какой здесь белый уже? Здесь панда цвет. О, не верьте? А? Ну да, говорят, сказали, будет пепельно, а я типа рыжая. Да нет. Если ты хочешь скандала. Белый-белый был круто. Белый-белый, да. Но за ним ухаживать тяжело, он будет спать. Ну да, еду на концерт, я же не могу пойти. А то я уже в субботу пошла гулять. Без укладки. Знали, чтобы с Машей не поделили, мы вчера просто с Машей угорали полночи сначала. Привет-привет, зайка. Вообще слышно? Так. Да нет, у меня вроде нормальный цвет. Привет, мои зайки. Бузи-бузи-бузи. Сейчас пришли хорошие все милые. Ой, вас просто не было. Такие гадости писали. Это ужас. Налей, если ты хочешь скандал. Нет, нет, никого. Я безумно хочу спать, безумно хочу спать. Что за концерт? Просто выступление на открытии будет Асти выступать. Так, Лиза, какой цвет любишь? На ляжках набила тату в 23 года. Как перестать переживать? Сама не знаю. Есть проблемы с кожей? Бывает. Спасибо. Гормональные таблетки? Не знаю, я не принимала. Давай встретимся и погуляем. Зайка моя, где ты хочешь погулять со мной? Ты из Москвы? Нет, конечно, можно. Была встреча, я помню, Марго устраивала, я не пришла. Мне очень стыдно перед своим подписчиком. Потому что мне ребята сказали, что многие меня ждали, а меня плохо уложили, накрасили, я расстроилась и не успела из-за этого прийти. Вот. Так что я свинья, я признаю. Все можно исправить, конечно. Встречу в Питере просили, да, просто в Питере я даже не знаю, где встречу. Просто мы можем встречу, вообще не надо ехать в свой магазин, я беру. Поддержите меня, мне нужно им заняться плотно, как раньше я занималась. Что-то я расслабила булки, вот эта депрессия, репрессия.
просто привет-привет. А по потом я перестала пить. У меня все и так хорошо. Я из Домодедова. Ну, я из Красногорска, ты из Домодедова. Живем мы в Жопинске. Нормально. Тогда, когда потеплее пойдет, гулять. А вообще у нас много людей из Москвы, из Подмосковья. Ну, там, если мы встретимся, где-то попьем чай, кофе, потанцуем. Ну, на максимум ходят. Я хочу очень фотосессию, когда будет тепло в Питере. Безумно красиво. Но я не знаю, есть ли у вас костюмы. Просто здесь у нас можно взять костюмы на Мосфильме. Я хочу фотосессию. Я буду Елизавета II. Я хочу пышное платье королевское. Во Владивосток. Я не собиралась. Одинцова, привет. Мы и там успели пожить. Я во всех окраине жила. Причем росла я вообще, когда мы были в Москве. На Сходинской школе училась. Потом мы жили на 905 года. Прилечу в Москву, обязательно надо встретиться. Вот давайте, когда все прилетят. Что мне золото, вот такой мерзкий сейчас. Как справиться с депрессией? Налей, если ты хочешь скандала. У меня русы. Все полосы одно. Всех не дождешься, блин. Я пойду с Таней. Слушайте, ну... Решили с Мариной, я ей должна позвонить, не знаю, ну как бы, я поняла, что мы больше общаемся все-таки с Малаховым. Кстати, здесь кажется рыжий, у меня рыжий, вот, видите, там просто падает так тень. Все, по-моему, из Москвы тут, да, я вытягиваю волосы. Блин, у меня ужас. Вот когда ресницы, знаете, начинают вниз опускаться. Вот. Ты становишься... Вот, смотри, прям вырвалось здесь. Нет ничего, никого. Изольда, чё молчишь, а чё я? Ты порезала сильно палец, боже мой. Приветик, приветик. Меня девчонки позвали на открытие ресторана, где будет Асти выступать. Мы вчера, кстати, Марина с Асти приписывали, а вы хотели завтра выступать? Ну, у них там расписано все. Наверное, пару песен. Меня вот Таня везде выводит, выгуливает меня. Ходила в гранатовый сад в Красногорске. Это что за гранатовый сад? Нет. Мне мужские имена никакие не нравятся. Твое мнение, зачем ты живешь? Как и все, просто живу. Я не думаю о таких вещах, не задумываюсь. Для тебя приняла решение, что не нужно думать ни о чем. Просто живи здесь, сегодня и сейчас. Думать, зачем ты живешь, а почему, а вдруг бы я сделал так. Идешь, живешь, падаешь, встаешь, дальше идешь. Вообще не надо ни о чем думать. Не думая о плохом, не чувствуй себя плохом. Налей, если ты хочешь скандала. Нет, Марина, идешь. У нас такая-то разная компания. Ну, меня позвала Таня, она со своими подружками будет. Родите, вот и живу здесь сейчас. Привет, привет. Ой, слушайте, я клянусь вам, у меня за эти дни изменилось все.
просто все. Честно вам скажу. Да, я у Алены ошмаренные умирающие волосы. Я вообще не парюсь. Меня просто родители вещи спрашивают, я говорю, вам тоже не советую думать об этом. Да, в башке я просто подумала по... Ну, вот. Да, я ходила к психологу, но не ходила по видеосвязи, мы снимали. Мне кажется, я такой человек, который сам себя может излечить, и все. Я просто понимаю, что я живу здесь сейчас, что я крутая, у меня богатый внутренний мир, а это самое главное. Самое главное. Что я добрая, хорошая, классная, вообще супер позитивная девчонка. И все остальное... Боже, опять пришло. Я даже читать не хочу, когда вижу эти восьмерки. Подвел чем-то, да. Почему? Голова закружилась. Воздуха не хватило. Прям плохо стало что-то. Да? Да нет, что-то это. Воздуха не хватило, и я. Ну... Не, нормально все уже. Боже мой, посмотрите. Ее не было все это время, потому что она создавала страницы. Слушайте, смысл, из-за чего все поменялось? До хрена ситуация в жизни произошла сейчас со мной. Не очень хорошая. Я понимаю, люди какие со мной рядом, какие со мной не рядом. Я уже говорила вам не раз, что для меня было очень приятно, что мне, например, пишет время Марго, которая как бы мы не особо там общаемся, все, но она человек, люди переживают за меня, которые даже не скажут. А люди, которые близкие мне были, они где-то в жопе остались. Вот. Короче, что-то... Я поняла, что даже не надо париться, что кто-то ушел, кто-то остался, кому-то насрать. Ну, значит, так должно быть, я вообще не переживаю, не парюсь, и мне вообще абсолютно все равно, господи, боже мой. У тебя что, 10 телефонов там? Не знаю, для вас низкого качества у меня хорошее. Все любят кучерявые волосы, потому что многие... 8 пишут. Потому что многие... Не видно, понимаете, то, что они пушистые, не видно разницы, что здесь короткие, а здесь длинные. Если бы они были сильно прямые, они как сопли висели, не было бы объема. Слушайте, внутренние глубокие, внутренний мир не все могут понять. Люди, которым, кажется, которого ему нет, они и не поймут. Так скажу вам. Нет, некоторым... Есть же еще поведение. Люди есть, которые не могут принять некоторых вещей. Ой, сейчас, ой, люди такие разные, господи, поверьте. Как у кого-то псих вообще, то, что у тебя, например, толстые пальцы, ну, у меня не толстые, слава богу. Ну, как мне не нравятся полные лодыжки. Вот, ноги, не могу я смотреть. Реально, это уже 20 страниц. Чушь пишете, зачем Лёша писать про Мэри вообще? С головой у вас все в порядке, тем более они дружат. Нет плохих, хороших, я человек вроде бы согласна. Как вы с тобой говорили? Ожидания есть? Да. Марина, почему ты сегодня плакала? Мне сказали, что ты плакала. Спасибо большое, Катерина. Я не видела, как Марина плачет ни разу, поэтому что-то сегодня расплакалась. Что случилось? Обычно я плачу. Что случилось, Марина? Я вчера с Алисой переписывалась. Какая она классная.
просто довели люди-идиоты. Что, гадости тебе писали? Я Водолей. Водолей, Водолей, ла-ла. Нет, Маня классная. Господи, боже мой. Моя девочка, моя любовь, Мэри. Ты просто супер баба, потому что как, у тебя есть какая-то долбанная фанатка или фанат, который уже создал 50 страниц. 50. Ты представляешь, насколько ты популярна и круто? Как не зайду в какую-нибудь группу, выкладывают всех там домовских и Мэри. У Мэри больше всего комментариев. Что ж вы так беситесь от моего цветочка? Потому что она очень крутая, да? Я не знаю, что за кашка. Да, вообще больная. Мэри, ты куда? Что я психически больная, что моя мама сделала мне. А, это то, что мне писала та дура? Ну и что ты говорила, что не надо обращать внимание на нее? Или она пишет это нашим подписчикам? Потому что я зашла, все комментарии тебе пишут, это все мои подписчики. Настроение класс. Говорит, что ты обращаешь на нее внимание? Интересно выглядим, потому что понятно почему. Мы знали все уже. Финал истории. Слушай, Марин, ну что ты? Про меня тут много чего пишут, ну, кто в это поверит. Капсулы крепкие, не отваливаются. Так, осталась минута. Ну ладно, я приду. Привет. Ну как ты там вообще? Вы опаздываете. Вам надо было 3 выходить. Есть люди, которые начинают ей верить. Значит, это не наши люди. Короче, там просто есть, я уже говорила, женщина, которая пишет плохо про Марину, что Марина ограбила аж Марину, она мне написала. Если бы знали, каким матом я ее с утра обложила, я говорю, просто. Вот даже, понимаете, девочки, которые болеют, лезут в баре. И причем это от ее опекунов идет. Выложи переписки Марины у себя на странице, где она писала «Привет от дяди Миши» или как там твоего пекуна зовут. И все, зай. И у матросов нет вопросов. Привет, привет. Куда собираешься? У меня нет макияжа, я не накрашена, я страшна. Меня видели без фильтра, вы поняли. Про людей, которые близки. О, ребят, сейчас выйдет у меня все. Какой размер титя?